Добрый вечер, Москва. Привет! Спасибо большое, что пришли. Сегодня самый важный для меня день, действительно, то, что я делаю всю жизнь, то, что я люблю, наконец, обрело форму, книгу. Спасибо Мише, что Миша Мищенко, что сегодня будет музыкой к моим стихам. Пошло, видно, с детских пор, даже горе, и то в размах. Мне хотелось, чтоб целый двор говорил о моих слезах и смеялась всегда взахлеб, говорила других звончей. Мне хотелось, чтоб всех озноб колотил от моих речей. Повзрослев, поняла уже, не таких хотят женихи. И из криков своей души научилась писать стихи. И пока разум не станет тих, я хочу, чтобы даже ты говорила стихи.